Всем привет, с вами я, Яковонор2001, и это 33-й выпуск моего города в Майнкрафте. Да, друзья, сегодня будет... Сегодня у нас мало обновлений, конечно, будет немножко обновлений, но все равно будет что-то масштабное. Да. Мне очень приятно, в общем, одним словом. Ладно, друзья, в общем. Первое маленькое обновление в том, что вот я вот так вот сделал... Разъединил улицу, вот... Днепровский проспект вот так вот. И вот такие вот движения будет идти эта улица, да, то есть проспект. Кстати, это тот же Днепровский проспект, вон, это вот те вот семиэтажки, которые показывал. Извиняюсь. Так, друзья, извиняюсь, в общем. Так вот, я рассказал, в предыдущем выпуске я рассказывал про эти семиэтажки и бассейн, да, а также про то здание, которое я в аренду сдавал, и никто не ответил, и пришлось открыть магазин «Магнит» и дискотеку «Тополинка», да. Ну и второе маленькое обновление у нас такая АЗС «Газпромнефть». Кстати, она федеральная сеть, типа, да, она всем известна. Хотя известны федеральные сети автозаправочных станций, типа, то есть АЗС, есть типа «Лукойл», «Новотек» и другие там сети АЗС. Короче, ну, есть региональные сети, но есть и федеральные. Типа те же, которые «Башнефть», которые за регион «Уна», который показывал. И «Татнефть», который у меня в городе Челябинске есть такой. Ну, у нас, то есть нефть из Татарстана, да. У вас вот такой вариант вот для одной линии дороги и для второй линии дороги. А по сути они одинаковые. У нас вот такой типа пистолет, типа вставлять его в машину, чтобы залить туда бензин и в том числе добавить газку, то есть газ. Ну и дальше у нас наименование цен. То есть АИ 92 40 рублей, 95 АИ 42 рубля, дизель и газ 28 рублей. Да, мне было лень делать обычные кассы, как в обычных АЗС. Я просто сделал такие вот кассы самообслуживания. Наверняка вот такие обидели. Хотя я однажды заезжал на АЗС маркет «Татнефть». И там тоже была касса самообслуживания, естественно, терминал. То есть мы там типа оплачиваем за то, что нам заправили машину. То есть нас заправили машину, мы оплачиваем за заправку. Тем более сдачи не дают. Как обычные такие уж терминалы платежные в России, в РФ. Хотя они не только в РФ в России, но и по всей стране, по всему миру. Чувствую себя королем этой бензоколонки. Ладно, пошутил. Ну, в принципе, на этом все, да. Обещал, что я попробую хотя бы освежить скин, но я сделаю чуть позже. Чик! Туда нажал, вот, все. Так, сделал скринчик. И на этом сегодняшний выпуск подходит к концу. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. И не забывайте писать мне идеи. Вам не сложно, зато мне приятно. В общем, всем пока.